Добрый день. Меня зовут Дмитрий Полозов. И я занимаюсь развитием Яндекс.Кассы. Всем нам хочется, чтобы наши проекты были успешными, популярными у многомиллионной аудитории, развивались и приносили доход. Поэтому мое выступление будет полезно участникам любых коммерческих проектов, у которых уже есть свой сайт или у которых есть только идея. Итак, какие же требования предъявляются к платежному агрегатору? Платежный агрегатор позволяет в рамках одной технической интеграции получить несколько платежных методов. Оформляется один договор, минимум затрат на подключение, и вы можете принимать платежи онлайн. Кроме того, агрегатор должен быть надежным, безопасным, он должен быть известен аудитории, инновационным и технологичным. Яндекс.Касса развивается в деньгах с 2013 года. Мы самый быстро растущий агрегатор в Рунете. Мы позволяем принимать платежи онлайн для юридических лиц с 2013 года. И о том, как можно принимать платежи, какие есть преимущества у нас, какие мы предлагаем условия, вообще как можно применять агрегатор, какие есть решения на рынке, я сейчас вам расскажу. Итак, допустим, у вас есть, я более чем уверен, что у вас есть отличный продукт или замечательная услуга, у вас есть аудитория, которая заинтересована в вашем продукте, они все выстроились в очередь, и все, что вам осталось, это организовать прием платежей. Да, можно, конечно, поставить кассовый аппарат или гонять курьера, который будет принимать наличность у ваших клиентов, но все же эффективнее принимать платежи онлайн. И вот как раз это основная задача, которую выполняет любой агрегатор. То есть мы позволяем в рамках одной технической интеграции принимать платежи. Сейчас у нас 13 платежных методов. На слайде они объединены в группу в рамках одного договора. Это и платежи онлайн, и платежи офлайн. В 2015 году мы реализовали возможность принимать платежи наличными не только в России, но и в 9 странах зарубежья. А также мы предлагаем мобильные терминалы, так называемые МПОСы. Так мы немножко познакомились с агрегаторами, что это такое, какие возможности они дают. А теперь самое интересное, как же подключиться, насколько это сложно. А это действительно несложно. В среднем подключение к кассе занимает до 3 дней. Это все происходит взаимодействие онлайн. Вы подаете заявку на сайте кассы, весь документооборот электронный. Для начала достаточно предоставить только скан паспорта и базовую информацию о юридическом лице. Но агрегатор не может предоставлять только базовый функционал, ведь у бизнеса есть разные потребности. И агрегатор, который себя называет технологичным и инновационным, должен предлагать нишевые решения. Например, привязка банковской карты. Чтобы не заставлять ваших постоянных клиентов вводить данные карты повторно, мы реализуем возможность ввести данные карты только раз при первом платеже, а в последующем все платежи происходят для ваших клиентов в один клик. Также повтор платежей, повтор по расписанию, так называемые рекуррентные платежи. Когда у вас сервис работает по подписке, это, например, электронный журнал, хостинг, какие-то курсы, когда люди оплачивают в несколько этапов. Мы также позволяем организовать этот процесс прозрачно для клиентов и легко для вас. Что касается предавторизации платежей в два этапа, двустадийных платежей, допустим, вы продаете шины. Шин много, много типа размеров, много производителей, клиент уже оформил заказ, оплатил онлайн, и тут выясняется, что на складе шин не оказалось. Да, конечно, это недостаток складского учета, но не напрягать же этим клиента. И для того, чтобы не возникали такие ситуации, мы предлагаем двустадийные платежи, при котором деньги замораживаются на счете клиента. И после того, как вы определились, да, что товар действительно есть, отдаете ему курьеру и только в этот момент списываете. Если же что-то пошло не так, вы всегда можете разморозить деньги на счете вашего клиента, при этом ни клиент, ни вы не платят никакой комиссии. И это еще не все.
кроме того, что я сейчас сказал, у нас есть нишевые решения. Допустим, туристическая фирма. Клиент выбрал тур прямо в офисе фирмы и хочет оплатить его онлайн. Сбербанк, заплатить через Сбербанк онлайн или через Альфа-клик или любым другим платежным методом. Все очень легко. Мы позволяем выставить счет клиенту, который придет ему по электронной почте или на СМС, и оплатить его в три клика. Кроме того, мы реализуем сервис, который называется у нас «Безопасная сделка», который помогает договориться заказчику и исполнителю. Например, это фриланс-биржа, и мы гарантируем, что заказчик получит свой результат, а исполнитель свою оплату. Кроме этого, я думаю, у всех были случаи, когда курьер привозит вам пиццу или суши, а у вас с собой только 5000-ная купюра, а у курьера нету сдачи. Обидно, конечно, но такое тоже случается. А почему бы не принимать курьеру, принимать платежи онлайн и не только картами? И у нас есть и такая возможность. Я рассказал о базовых, о дополнительных возможностях, о подключении. А теперь самое интересное – техническая интеграция. Вы заключили договор и хотите принимать платежи. И вот тут у кассы есть более 70 готовых технических решений, называемых платежных модулей, которые позволяют интегрировать кассу быстро в CMS либо SaaS-платформу. У Bittrex есть замечательное встроенное решение, которое позволяет настроить прием платежей через кассу буквально за несколько минут. Кроме того, мы развиваем платежный модуль, который включает в себя в единое коробочное решение 4 сервиса Яндекса. Устанавливаете единожды и настраиваете сразу 4 сервиса. Это метрика, деньги, маркет и касса. Да, а теперь репутация. Это немаловажно, потому что ваши клиенты хотят, чтобы их данные были защищены. Вы хотите, чтобы ваш агрегатор платежей был надежен, стабилен. На данном слайде представлены незначительное число клиентов кассы, но согласитесь, данные клиенты точно не принимают необдуманных решений. С платежами мы вроде разобрались, а сейчас я бы хотел рассказать о том, какую возможность касса предлагает для вас зарабатывать дополнительно вместе с Яндекс.Кассой. Программа для агентов. Все очень просто, прозрачно, и работает это по принципу: вы привлекаете к нам клиентов, юридических лиц, ваши клиенты подключают прием платежей через Яндекс.Кассу, и все выигрыши у клиентов надежный провайдер платежей, а вы получаете процент с оборотом. Подключиться к агентской схеме проще, чем к кассе. Оформление договора занимает считанные дни. Вам не нужно покидать уютный офис, мы привезем договор к нам. У нас на сайте есть специальный раздел для агентов, в который можно заполнить форму. С вами свяжется наш менеджер, который будет вести ваше подключение. Вознаграждение мы выплачиваем раз в месяц. Вместе с этим мы присылаем отчет о том, сколько вы привлекли клиентов и какой у них общий оборот. Итак, я постарался в краткой, но содержательной форме рассказать вам о том, какие возможности предоставляет современный технологичный инновационный агрегатор. Конечно, остались еще много вопросов. Конечно, я рассказал кратко и, может быть, на чем-то стоило остановиться подробнее. Поэтому до конца дня я и мои коллеги с радостью ответим на все ваши вопросы. Наш стенд слева от выхода из зала. Кроме того, если у вас есть какие-то вопросы по агентской схеме, на них ответит моя коллега Вера. Если вы хотите пообщаться с продуктом кассы, вот мои контакты. Пожалуйста, всегда открыты для ваших вопросов и предложений. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Давайте, может быть, вопросы позадаем Дмитрию про Яндекс.Кассу. Мне кажется, у них получился прекрасный инструмент, который вообще заменяет все и везде. Да еще и можно заработать на этом. Да, нам есть куда развиваться, но уже очень хорошее предложение. Да, мы долго ломали голову, как брать рекуррентные платежи, как все, а тут раз и все готово. Я скажу. Так. Здравствуйте. Ага. Спасибо большое за интересный доклад. Ну, конечно, самое интересное в этом, самое вкусное, в коробку, где у вас и маркет, и деньги, все это интегрируется. Вот это, что это за модуль? Можно к нему подробнее вернуться, к этому да, слайду? Конечно. А можно презентацию?
обратно. Максим Спиридонов, интернет-предприниматель. Миша, нет, не эту. Презентацию предыдущую. Ну вот пока слайд возвращать, просто интересно. Да, давайте я пока расскажу вам. Что это за продукт, как его можно будет протестировать, и будет ли это каким-то модулем к Битриксу выпускаться? Да, есть модуль для Битрикса, который позволяет настраивать сразу 4 сервиса Яндекса. Это метрика, маркет, деньги и касса. То есть деньги и касса – это сервисы, которые позволяют настроить прием платежей онлайн, деньги для физических лиц, касса для юридических. Также в метрике вы можете настроить счетчики метрики, ну то есть прием и сбор статистики. Маркет – это выгрузка товаров и загрузка автоматически их в маркет. Это CPS и CPA модели. Да, есть готовое решение для Битрикса, также есть еще для 3 CMS. У нас на сайте есть специализированный раздел, где об этом можно почитать. Также можно зайти в Marketplace Bittrex и почитать его там. Так, ну что, все, вопросы закончились. А по поводу коробки отменился вопрос? Отменился. Ну тогда да, все, еще, спасибо. Еще одну секунду. Да. У нас есть интересный сервис выплаты, когда юридическое лицо может делать выплаты своим клиентам. Это, например, на карты, кошелек, банковский счет. Ну, например, какое-то проведение маркетинговой активности. В общем, подходите на стенд, будем рады вас увидеть, познакомиться лично. Спасибо.